Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 22 июля 2024 года, понедельник. Сразу предупреждаю, что завтрашняя программа в эфир не выйдет, потому что у нас начинается трехнедельный траурный период. Начинается он с поста, и к вечеру уже ваш покорный слуга будет не в состоянии делать такую программу, как сегодня. Поэтому следующий Бутик выйдет в среду. Заранее предупреждаю, чтобы вы были в курсе и не искали, не ловили. Вот, это первый момент. Программа сегодня будет построена по следующему принципу. Начнем мы с уже фактического номинанта, почти фактического номинанта президентской гонки Камалы Харрис. Поговорим о всем, что произошло за выходные, об эндорсментах, о том, кто ее поддержал, кто ее не поддержал, и о том, сколько у нее уже сейчас есть делегатов для будущей конвенции демократической. Короче, ее самое главное не это уже, да, а ее policies, да, то есть то, что пока известно относительно того, как она будет действовать, если станет президентом. Вот это важнее всего, потому что, как бы, вам идти на избирательные участки, друзья, сейчас к американской аудитории обращаюсь. И вам, несмотря на то, что я знаю, как вы будете голосовать в основном, могу себе представить. Тем не менее, неплохо знать заранее, с чем нам придется столкнуться, если все-таки она победит. Вот, это первый момент. А второй момент, естественно, израильская атака на порт Ходейда. Ваш покорный слуга последние 7 месяцев слово Ходейда произносит много-много раз. К сожалению, эта администрация не смогла такую, на самом деле, задачу решить. А вот израильская администрация смогла. Поговорим о том, как израильтяне зажгли Ходейду. Красиво. Горит до сих пор. Вот. И в конце посвятим время визиту Нетаньяху, который сегодня начался в Вашингтон. Интересный визит, правда, потому что президент хромая утка. Вот. Поэтому достаточно насыщенно, я думаю, на пару дней абсорбирования этого материала хватит. Ну, а в среду мы с Божьей помощью вернемся. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Ну что ж, с момента, что в воскресенье президент Байден объявил о своем решении не баллотироваться на следующий срок, drop-out, да, как это тут называется, сразу вокруг и порекомендовал демократическим избирателям выдвинуть Камалу Харрис на конвенции, которая пройдет, по-моему, 19 августа она состоится, демократическая конвенция, большое количество влиятельных демократов высокого уровня в партии поддержала Камалу Харрис, Гэвин Ньюсом поддержал Камалу Харрис, губернатор Калифорнии. Также стало приходить много информации разных, крупных демократических фигур, поддержавших Камалу Харрис. В принципе, в четком соответствии с тем, что когда-то, сразу после дебатов, несколько недель назад, после неудачных дебатов, когда бунт начался в стане демократов, Эл Шарптон сказал, что если это не Байден, то демократическая партия не имеет права обойти вице-президента, первую женщину-вице-президента, дочку иммигрантов, African American наполовину и Indian American наполовину. Вот, и, соответственно, если вдруг так случится, что демократическая партия обойдет Камалу Харрис своим вниманием для того, чтобы заместить кандидатуру Джо Байдена, это будет означать, что на черный голос демократическому кандидату можно не рассчитывать. Ну, опять же, вопрос, на кого бы этот кандидат, кто бы вместо Байдена встал, если бы это, например, стала бы Мишель Обама, которую так все опасались на самом деле и до сих пор продолжают некоторые об этом еще думать. Конспирологическая теория говорит, вообще рассказывает нам всем, что на самом деле Барак Обама — это тот человек, который ранил президентский офис, периодически туда являясь и из-за кулис руководя ситуацией, что на самом деле, конечно же, чушь. Никогда такого не было и никогда такого не будет. Вот, но важный момент, что Барак Обама не поддержал Камалу Харрис. И вот уже второй день прошел, а он все еще не поддержал Камалу Харрис. И если вчера, например, Нэнси Пелоси не поддержала, хотя Гэвин Ньюсом, член ее фактически семьи, да, и этого клана всего, поддержал губернатор Калифорнии, мы ожидали от Пелоси какого-то заявления. Сегодня она пришла, Нэнси Пелоси сказала, что она поддерживает на всех уровнях Камалу Харрис, на персональном, на личном, на персональном, на профессиональном, и с точки зрения партии она поддерживает. То есть на всех, то есть нет никаких проблем между ней и Камалы Харрис, как выяснилось вдруг, а многие писали, что была проблема, и они друг друга терпеть не могут, что вполне возможно, учитывая, что они обе работали в Калифорнии многие годы. Вот и Камала очень много лет была, с 11 по 17 этого века, была генеральным прокурором штата Калифорния. Ну, надо сказать, для штата заработала немало денег. Сейчас мы чуть позже об этом поговорим, я расскажу то, что известно. Вот, потому что она же была на самом деле темная лошадка. Вот, долгое время
особенно потому, что вице-президент, напомню, он же по нашей конституции должен находиться в тени, да, и у вице-президента, для тех, кто не читал никогда конституцию, есть две всего функции, на самом деле, все остальное это добровольно, это лирика, но главное для вице-президента это два момента. Первое. В случае неспособности президента руководить, президентом становится, исполнять обязанности, начинает вице-президент, да, причем принимает присягу, становится президентом в этой ситуации, или когда президент уходит на операцию, тогда он становится временно исполняющим обязанности, да, это первая функция, самое главное, именно поэтому президент и вице-президент обычно не бывают вместе в одном помещении, за редкими исключениями там обращения президента к Конгрессу, так как по второй своей функции вице-президент является председателем американского Сената в высшей палате парламента, да. Да, и, соответственно, в случае тай, да, в случае, когда сенаторы голосуют 50% на 50%, да, то есть пополам разделяется сенат, там же 100 сенаторов, или, допустим, 48 на 48, то голос вице-президента становится решающим тогда. Она в этой ситуации вице-президент голосует. Вот. Это всего две функции по Конституции, которые у вице-президента есть. Все остальное это... добровольные моменты, которые на самом деле начались с Дика Чейни, потому что Буш был занят. Я, по-моему, этом уже когда-то рассказывал. Вот. И потому что Буш был слишком сильно занят разными вещами, тоже ресурса не хватало, и Дик Чейни начал играть более активную роль. Потом Байден также уже по проторенной дорожке пошел и 8 лет правления Обамы был активным вице-президентом. И вот Камала Харрис при Трампе Пенс тоже выполнял определенные функции, которые он не обязан был исполнять, но по просьбе президента исполнял. И вот Камала Харрис пыталась решать две проблемы. Какие две проблемы, напомню, большие. Первый вопрос, она решала вопрос иммиграции, нелегальный. Для этого она посещала Центральную Америку, Южную Америку, и она там... подошла к ситуации системно. Просто этот подход, он на самом деле не подход быстрого решения проблем. Это подход системный, длительный, требующий больших инвестиций, о чем она сказала, что проблему надо решать не симптом надо лечить, а болезнь надо лечить. А болезнь как бы в жутких условиях в странах, откуда идет исход в Америку. И надо помочь этим странам решить эту проблему. Но учитывая, что проблемы этих стран еще увязаны глубоко страшного уровня нецентрализованной коррупции, да, соответственно, и с проникновением, грубо говоря, бандитского элемента на уровень decision-making, да, на уровень принятия решений в правительстве, потому что мафиозные деньги, деньги наркокартелей завязаны в правительство тоже. Соответственно, просто решить экономические проблемы тоже не представляется возможным, поэтому идея, на самом деле, что Камала Харрис могла бы быстро и эффективно решить такие вопросы, никто бы не мог, на самом деле. Вот, но она предприняла определенные усилия, какие-то свои рекомендации в итоге дала. И она там была в Южной Америке, в Центральной Америке и говорила, я помню, в Гватемале, по-моему, она сказала, обращаясь к потенциальным иммигрантам там у микрофона, я понимаю, что я сейчас скажу непопулярную вещь, она сказала, don't come. Да, не пытайтесь перейти границу. Не пытайтесь не так нелегально перейти границу, нелегально эмигрировать в США. Вот, но слова словами, это не помогло никак. Но идеи, как бы, которые она высказала, да, они да, настоящие. Это как бы серьезная работа просто. И второй момент, она долгосрочная, не решение одного президентского срока на самом деле. Вот, и... второй момент, ее посылал Байден в Юго-Восточную Азию, в Тихоокеанский регион, решать вопросы производства полупроводников. И она там в Сингапуре тоже добилась определенных успехов, контрактов. Короче, там тяжелую, серьезную работу она провела тоже. Просто она не была на виду сильно, эта работа, но усилия были произведены, необходимые. Теперь и многие, кстати, в Демократической партии дают ей кредит за то, что она вот достаточно активно эти вопросы, которые были поручены, решала, но на публике она себя вела, мягко говоря, как бы была поводом для насмешек, часто ее абсолютно непредсказуемые реакции на некоторые слова, вот, неуместный смех, например, да, нервный, и такое бывало, всякое бывало, но сейчас мы не на этом концентрируемся, потому что пока она была вице-президентом, это была одна история. Теперь, если она становится кандидатом в президенты, демократическую номинацию, если она получит, это будет совсем другая история. Значит, по поддерживающим, уже сейчас, вот сегодня Wall Street Journal сообщил фразу после того, как он сообщил, что Нэнси Пелоси ее поддержала, также Wall Street Journal сообщил, что у нее уже де-факто есть поддержка больше, чем половины делегатов демократической конференции. Цифры я затрудняю сказать. Утром это еще было 500, да, у нее было точно в кармане уже делегатов. Сколько всего, просто я не могу сейчас сказать. Сам я республиканец и не знаю, на самом деле, сколько делегатов на демократической конференции будет, конвенции, простите. Я уточню этот вопрос, и как-нибудь мы эти цифры все увидим. Все, но до этого еще очень много времени. И если, короче, никакого форс-мажора не произойдет. А мы понимаем, что мы живем во время, когда все, что хочешь, может произойти.
или не скроется чего-то там еще такого, что прям совсем ее дисквалифицирует, то она де-факто уже, номинация фактически у нее теперь в кармане. Если утром еще сегодня вся центристская пресса была не уверена и говорила в открытую, что это совсем еще не факт, потому что Обама до сих пор не поддержал, и вот тут конспирологические все теории про Мишель, которая, кстати, давным-давно в публичном пространстве сказала, что она не будет раниться, отказывается категорически. Я, ну, конспирологические теории, они die hard, да, они умирают последними. Вот, поэтому, и только в последний самый, когда нет вообще выхода, чтобы эта конспирологическая теория жила, она продолжает жить, да, до этого момента. Короче, шанс на то, что еще можно будет что-то там поменять, но Обама молчит. Его молчание на самом деле намного более красноречиво, чем если бы он что-то говорил. Да? На своей речи Обама поблагодарил очень Байдена за то, что он сделал. Вообще, на самом деле, конечно, для Байдена это был мощный поступок, но его вынуждали к этому сильно со всех сторон. Вот, и я думаю, что мы еще когда... Администрация была слабой, давайте... Сейчас я это скажу. Это правда, что администрация была слабой. Из второго сегмента этой передачи будет понятно, что она была слабой. Вот. И идеология часто диктовала, а не прагматизм. Это большая проблема в международных отношениях. Вы знаете мою позицию здесь и позицию любого реалиста. Внешняя политика должна руководствоваться только реализмом и никогда идеологией. Никогда. Это очень вредно, когда идеологией руководствуется внешняя политика государства. Вот. Но в данном случае... Тем не менее, так как Байден все-таки 50 лет в американской политике и ветеран внешнеполитической деятельности тоже, были вещи, которые он делал, и которые на самом деле оставят его в памяти. Да? Он, как бы республиканцы не говорили, что он очень плохой президент, да, что он сделал очень много вреда и так далее, и так далее, и так далее, это всегда определенным образом преувеличение. И... В той конъюнктуре, в которой он работал, давайте скажем так, да, в той ситуации, в которой он оказался в 2020 году, когда он зашел на позицию, многие вещи уже, да, маховики этих процессов были запущены и раскручивались. Да, и он часто во внешней политике действовал не реактивно, не проактивно, простите, а реактивно. И это определяет. Опять же, то, что происходит сейчас в Восточной Европе, на мой взгляд, да, война, которая идет между Россией и Украиной, это его вина. Однозначно. Но, опять же, ситуация досталась ему по наследству от предыдущего от позапрошлого президента, да, от Барака Обамы. Главная вина во всем том, что происходит сейчас там, с точки зрения США, вина Обамы. Все остальное, ну, это моя позиция, да. Байден, опять же, тоже мог преследовать, пойти немножко по другому пути, но не пошел. Ладно, вернемся к Камале. Значит, мы еще будем касаться легаси Байдена много раз, я поэтому просто, это такой просто маленький тизер, да. Еще впереди большой разговор, когда закончится его президентство. Оно может закончиться в любой момент, кстати, потому что в отставку он сейчас не подал, но республиканцы уже задают вопросы. Если человек считает, что он не в состоянии переизбраться на следующий срок, как же он считает, что он в состоянии управлять государством? Логика в этом есть, но она не совсем прямая. Вот. Причинно-следственная связь здесь не совсем четко прослеживается. Вот. Закончить одно дело, а другое дело заканчивать свою президентскую каденцию и вести одновременно избирательную кампанию. Например, так можно возразить. Много можно как возразить на этот аргумент, но аргумент живой. Я к тому, что еще не совсем известно, в итоге не подаст ли Байден в отставку. Потому что, на мой взгляд, правильным действием было бы в такой ситуации уйти в отставку, да, и назначить Камала бы стала президентом на эти 3 месяца до выборов, и намного бы активней была, больше была бы на виду, ей бы надо было меньше, может быть, даже тратить на избирательную кампанию, например. Ну и вообще это разумно, хоть люди бы посмотрели, что такое Камала Харрис как президент. Потому что сейчас они, в любом случае, что бы я сейчас вам не рассказал про ее policies, да, они выбирают кота в мешке. Но есть некоторые тот четкие моменты, которые мы должны знать. Первое. Те, кто с ней работал, говорят, что она предпочитает влезть в самую суть проблемы. Ей недостаточно понять, как с точки зрения идеологии это звучит, как это красиво на бумаге. Она говорит, let's talk it through, да, давайте проговорим это до конца, чтобы понять, как это, когда это будет policy, когда это действие будет имплементировано, как оно, запланированное действие, как оно в итоге окажет, какое оно окажет влияние на ситуацию на местах. До конца, да, то есть такой не стресс-тест, но как бы создаются, ее работа, как бы она создает ситуацию и проговаривает ее до конца, что потенциально может произойти, если то или иное действие совершить. Это первое, что неплохо на самом деле. Вот, она ничего не принимает на веру, она старается все как бы проверить, да, понять, как это будет работать.
Следующий момент. Надо помнить, что пока она была, она не друг большого бизнеса. По крайней мере, в бытность свою с генеральным прокурором Калифорнии, она судилась со многими корпорациями от имени штата, да, как генеральный прокурор. Citibank, JP Morgan Chase, разные. Короче, она заработала все ее обвинения, которые она выдвигала, в итоге все эти расследования были settled, да, то есть были достигнуты досудебные соглашения, по которым эти корпорации, чтобы не влезать в судебное производство настоящее, да, потому что там это лотерея, и можно проиграть, и тогда проигрыш, это всем другие деньги, выплатили в итоге штату за эти 6 лет, с 2011 по 2017, сотни миллионов долларов. По налогам ее позиция, надо знать, она как раз прогрессивна больше, да, вот тут как бы ее же обвиняют там в том, что она совсем прогрессивная, да, многие, те, кто с ней работает, говорят, что она не совсем прогрессивная, она как раз воспринимает и говорит о себе как о мосте между центристской позицией Байдена и прогрессивным крылом Демократической партии, так она себя воспринимает, это надо знать тоже, ее позицию. Следующий момент. Значит, по налогам, да, она выступает за тотальную отмену всех тех налоговых сокращений, которые сделал Трамп. Байден как раз сохранил там часть и для бизнеса поднял не сильно, а она хочет вернуть на предыдущую ставку, там в 3-4, по-моему, процента, которая была. И она хочет увеличивать налоговые послабления для людей с низким доходом. То есть она будет чемпионом людей с низким доходом, minority rights, да, то есть национальные меньшинства, все вот это, как бы это прогрессивная адженда. И также она... естественно, право женщин на аборт. Это ее одна из главных идей. Еще она была еще со времен калифорнийского прокурорства, как бы, это пока она была сенатором. Это все как бы за ней, да. Значит, по международным отношениям считается, что она не очень сильно отличается от Байдена в подходе к международным отношениям. То есть идеология все равно играет роль, как мы понимаем. Вот, скорее всего, она будет поддерживать Украину дальше, если она станет президентом, и во своем избирательной кампании об этом будет говориться, да. То есть продолжение конфронтации с Россией, продолжение эскалации ситуации. При этом позиция по Израилю пока неизвестна, и так как она в хороших очень отношениях с прогрессивным крылом, то я абсолютно спокойно допускаю, что в случае, если она станет президентом, убереги Господь, она будет ради того, чтобы добиваться поддержки в Сенате и в Палате представителей прогрессивных конгрессменов и сенаторов, она будет, членов Палаты представителей и сенаторов, она может с большей критикой обрушиться на Израиль и намного более жесткую позицию по Израилю занимать, нежели ее занимал достаточно произраильский Байден. Давайте это как бы сейчас отметим и посмотрим, окажусь ли я прав, я не дай бог как бы, да. Но в любом случае, да, увидим на этапе президентской кампании, как она будет, какие отношения она с Израилем будет, что она будет говорить. Да, это пока вот, пока минимально, что можно сказать, чтобы и американская аудитория, и международная аудитория моего канала, этой программы, она, и этой радиостанции, естественно, да, чтобы аудитория примерно отдавала себе отчет, что Камала Харрис не такая уж темная лошадка, да, и многие вещи уже известны. Вот, ну и она собирает деньги, она в первый день собрала 55 миллионов долларов сразу спонсорских денег, и спонсоры предпочитают ее как кандидата стабильного. По крайней мере, давайте скажем это как минимум. Вот, пошли дальше. В эти выходные был израильский ответ на тель-авивскую пятничную атаку. Впервые хуситский дрон, я думал, что это Хизбалла, но это оказались хуситы, как потом выяснилось. Дрон прилетел в билдинг, убил еврея, ранил еще несколько человек. Дрон сошел, то есть он проходил, я так понимаю, над Синайской пустыней, через Красное море над Синайской пустыней, вышел в Средиземное море, и в Тель-Авив пришел со стороны Средиземного моря, летел низко, его не засекло ПВО израильская, он врезался в здание, убил там человека, ранил несколько. А ответ был на самом деле достаточно жестким, правильным, быстрым, аккуратным, да, в том плане, что цели были достигнуты и все месседжи необходимые были посланы. Значит, информация Jerusalem Post и Wall Street Journal отличается. Wall Street Journal пишет, что в атаке участвовали F-15, где пилоты и два человека экипаж, и они дальше могут лететь. Jerusalem Post говорил об F-35, которые могут лететь более короткую дистанцию, но несут на себе больше, могут поражать цели с большего расстояния. Вот, ну, дозаправщики летели с ними тоже. В общем, идея в том, что месседжей несколько. Значит, во-первых, нанесены были удары по нефтяным хранилищам, по инфраструктуре порта Ходейда, который является главными воротами той части Йемена, которую контролируют хуситы для получения продовольствия и вооружения из Ирана. Вот. То есть это как бы ворота
хуситского Йемена. Не весь Йемен контролирует хуситы, а только его западную часть, прилежную, прилегающую к Красному морю, центр и север. Да, все остальное, Йемен достаточно большая страна, не контролируется хуситами. Движение Мансар-Алла, вообще хуситов около 5 миллионов из 22, там, 23 миллионов йеменского населения. То, кстати, о чем Мухаммад бен Салман говорил, что хуситы могут иметь часть в Йемене контроля, но не весь Йемен. Но пока между саудитами из-за давления американского в итоге саудитам не дали закончить, что они пытались сделать, да, воевать с ними. Обама не поддержал тогда ту войну, давил на саудита, чтобы война прекратилась. Она в итоге, пока прекращение огня там между саудитами и хуситами достаточно долго действовала. Но в итоге, как мы видим, это все обернулось против наших интересов всех в регионе. И хуситы сегодня невероятная угроза для мирового судоходства, угроза, остающаяся для Саудовской Аравии, нашего союзника, для Израиля, нашего союзника, и для нас тоже. Вот, поскольку это угроза нашим союзникам и угроза перевозки углеводородов. Значит, были нанесены удары по всей инфраструктуре порта и по нефтяным хранилищам. Вот этот пожар красивенький, который как горел Хадейда, то, что до сих пор горит, это взорванные огромные нефтяные резервуары. Вот. Месседж очень простой. Ребята, это месседж deterrence, да, сдерживание. Имеется в виду, это касается не только хуситов, но и Ирана. Это только начало. И если будет надо, точно так же будет гореть иранская нефтяная инфраструктура, которая там на островах. Поэтому, пожалуйста, шутки закончились. И мы, как бы, в смысле, да, Израиль объясняет, что он готов действовать на любом расстоянии, против любой цели, все технические и военные возможности для этого есть, и так будет впредь и дальше. И то, что я давно говорил, что когда ряженые обезьяны, да, стоят спокойно и разговаривают, и рассказывают про то, что они парализуют судоходство, про то, что смерть Америки, смерть Израилю и так далее, и так далее. Это нельзя терпеть спокойно. На это нужно производить определенные действия. Эти действия американская администрация отказалась по своим разным соображениям производить. Поэтому все дошло до того, что пришлось это делать Израилю. Хотя Соединенные Штаты намного лучше там позиционированы, в этом регионе, для того, чтобы подобные массированные удары предпринимать. Это нужно делать. Было еще 7 месяцев назад, тогда бы сегодня судоходство нормально функционировало, и не пришлось бы, может быть, делать какие-то еще другие вещи. Но, к сожалению, так получилось, что наша администрация на это не пошла. Ну что ж, впереди еще много интересного, как-то хуситы обещают отвечать, я надеюсь, что у них хватит ума не отвечать. Если же они как-то реально будут дальше отвечать, я прям даже не представляю себе. То есть я представляю себе, что следующая цель будет столица. И там, и так уже все руководство хуситов пришлось уйти в специальные убежища. А в следующий раз они могут даже не успеть этого сделать. Так я думаю. Ну и в принципе администрация должна действовать жестче. Я имею в виду сейчас американскую администрацию. Вот как бы пример подан. Ллойд Остин в разговоре с Йовом Галантом, кстати, полностью одобрил все, что произошло. Ну и американцы заранее об этом знали. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 22 июля 2024 года, понедельник. Вот. Ну, Нетаньяху визит начался. Впервые, кстати, использовал премьер-министр борт номер один. Наконец-то до этого что приходилось делать? Приходилось брать гражданский 747 Боинг и Элялевский, убирать из него кучу сидений, чтобы там поставить двуспальную кровать, чтобы он мог выспаться. Потому как мы понимаем, у премьер-министра много дел. И когда он летит, такое количество часов, а до Америки, от Израиля до Вашингтона больше, примерно 11 часов лететь, соответственно, есть возможность хоть поспать по-человечески. И это хорошо. Наконец-то больше этого не нужно делать. И, кстати, инициатором, по-моему, строительства именно этого самолета, его покупки, был сам Нетаньяху. Вот, наконец-то он есть, но теперь и после него любой премьер-министр будет им пользоваться. Называется он Wing of Zion, да, крылья Циона. Крыло Циона, это хорошо. Вот, значит, он прилетит впервые на нем. Но прилетает он, как бы, он же с момента захода в последнюю свою вот эту каденцию в 22-м году, Байден так ему ни разу не принимал сюда официальным визитом. А обычно принимает всегда американский президент, премьер-министр, который заходит, формирует правительство. Ну так, это уже не первое правительство, во-первых. Да, Нетаньяху, как мы понимаем, с 2009 года. Вот, и с 96-го. И у них были серьезные разногласия. Байден категорически был против судебной реформы. Да и более того, по наускиванию Байдена Чак Шумер даже уже говорил, что Нетаньяху должен подать в отставку. Ну, всякие разные глупости, которые вообще, в принципе, уважающийся сенатор не имеет права вслух произносить. Потому как кто такой Чак Шумер, чтобы советовать израильскому премьер-министру подавать в отставку или не подавать? Да, это граждане Израиля должны решать, и сам премьер-министр. Вот, Чак Шумер же не израильский гражданин. Так вот, я к тому, что... наконец-то этот визит состоится.
опять же, приглашением был изначально Майк Джонсон, спикер Палаты представителей, пригласил выступить перед объединенными сессиями Конгресса, Палаты, Сената и Палаты представителей. И это четвертое выступление будет для Нетаньяху за жизнь. Первое в 96-м году, второе в 11-м, потом в 15-м, и вот в 24-м, вот сейчас четвертое. Я не знаю, кто-либо из глав других государств когда-либо четыре раза выступал для объединенного заседания Конгресса, не знаю. По-моему, никто никогда, это рекорд. Вот, значит, но встреча у него будет с Байденом все равно, обсуждать, естественно, в первую очередь будет сделку. Опять же, неизвестно, в состоянии ли будет Байден его принять. И когда его приглашали, были договоренности, Байден еще был как бы активным, а сейчас он хромая утка. Поэтому помимо Байдена, естественно, нужно встретиться еще с людьми. И тут пока нет ясности. Значит, все будут присутствовать, кроме десятка сенаторов и членов Палаты представителей, которые некоторые по уважительным причинам, как вице-президентский номинант Джей Ди Венс, который очень произраильскую позицию много раз озвучивал и известен своей произраильской позицией, но у него избирательный трейл, с которого он сейчас никак не может свернуть. И так как его совсем недавно выбрали в кандидаты, вот на конвенции республиканской, на той неделе он стал кандидатом, и теперь ему на этом трейле нужно работать, он не может оказаться в Вашингтоне, короче, послезавтра, когда выступление Нетаньяху состоится. И это уважительная причина. Значит, ожидается, что Нетаньяху сможет встретиться с Трампом. Камала Харрис, новость этого воскресенья, и надо очень быстро сейчас поработать администрации Нетаньяху и его помощникам, чтобы встречу с Камалой Харрис организовать. Это must thing, да, это должно быть обязательно сделано. И, кстати, в этой поездке, в отличие от 2015 года его выступления, его главная задача — обеспечить bipartisan support, да, двухпартийную поддержку. Если в 2015 году из-за противостояния с Обамой по иранской сделке и другим противостояниям с Обамой, которые были, да, в итоге Обама оказался совсем не другом Израилю, несмотря на то, что технически многие вещи были сделаны для Израиля, крутые сделаны, но идеологически Обама был не на произраильских позициях. Вот. И это потом в итоге в конце все и выстрелило в страшную, в неприятную резолюцию 16 года декабря перед самым уходом, антиизраильскую, антипоселенческую, которую под давлением Обамы Совбез ООН принял. Да, потому что в Совбезе есть члены, которые Совбеза постоянные, которые только рады проголосовать по антиизраильской позиции. А тут еще как бы проголосовала США. То есть она воздержалась, но проголосовала, если не ошибаюсь, Великобритания и Франция. Вот. Ну, сейчас не об этом речь. Идея в том, что сейчас нужно, учитывая, что Израиль сейчас воюет на три фронта, пока на три, не на четыре, на три уже. Да, мы говорим Газа, мы говорим Ливан, мы говорим Хуситы. И Иудея, Самария, такой тлеющий огонь, который в любой момент может разгореться, тоже в полномасштабное противостояние, как мы понимаем, не дай бог, но в любой момент это может произойти. В общем, требуется двупартийная поддержка, потому что неизвестно, на самом деле, как будут развиваться события в ноябре. Я так понимаю, что любой трезвый человек должен это понимать. Поэтому сейчас как бы самое главное сосредоточено на том, чтобы позиция Израиля по многим моментам была донесена. Везет с собой Нетаньяху многих освобожденных заложников, в том числе Нуар Гамани везет с собой в самолете в этом. И я так понимаю, что он пригласит их на свое выступление. Они будут во время в Конгрессе, чтобы он мог как бы к ним апеллировать. Вот, и они будут встречаться с американскими законодателями, эти люди. Объяснять им, что на самом деле происходило и что это такое быть в плену у зверей. Это очень важно понимать тоже, и эти люди, они как бы это не фальшивый нарратив. Это настоящие истории, документальные людей, которые через этот кошмар, находясь в плену у животных, прошли. Вот, поэтому задача очень амбициозная, на самом деле, у этого визита. К сожалению, так получается, что если с Камалой Харрис, например, и с Трампом, не дай бог, не получится встретиться, то и на будущее задело, ну, законодатели тогда в этом случае, да, акцент будет сделан на законодателях, да, на сенаторах, на членах Палаты представителей, опять же, Министерство обороны, вот, ну и, естественно, в республиканском штабе тоже эти встречи надо проводить. Короче, большая амбициозная адженда. Пожелаем успеха Нетаньяху. Вот он, я думаю, уже приземлился. Визит его, по идее, должен был уже начаться. Удастся ли ему встретиться с Байденом? Это тоже все большие вопросы. Но задачи большие, надо их решать. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи в среду. «Бутик Политик». Сказал, как обрезал.